Представляем телефон. Телефон производителя, который все время нас радует необычными решениями своих телефонов. Вот и сейчас предлагает вернуть нас в прошлое, сделав хороший телефон для звонков, недорогой, доступный, да еще с тем возможностями, которые были ранее в подобных телефонах. Эта модель называется Servo S06. Уже сразу по дизайну видно, что данная модель имеет 1,77 дюйма дисплей и разную цветовую гамму: синий, красный, желтый и черный. Естественно, самый популярный в нашей стране будет черный. Почему? Посмотрите на улицу, какие автомобили ездят по улице. И это будет ответ на этот вопрос. Комплектация бедная. В комплекте идет только зарядное устройство. Самое дешевое, где-то в районе 50 центов. И, наверное, за 10 центов наушники. Но не в этом-то дело. Телефон же не является слишком дорогим. Давайте посмотрим. Что он вам напоминает? Он визуально нам напоминает телефоны фирмы Nokia, которые были когда-то. Здесь есть у нас откидная крышечка вот такого плана. Когда-то это был бизнес-класса стиль. Телефон, конечно, сделан из пластмассы, не металлический, но в принципе смотрится хорошо. Давайте сейчас посмотрим, что в нем есть сзади. Сзади у нас есть наушники по 3,5 разъем. Есть микро USB, некая кнопочка открывания крышки. Есть сзади место под камеру, и даже камера есть, и даже есть вспышка, но это, конечно, все не очень весело. Я думаю, что снимает оно не очень хорошо, потому что в цену телефона навряд ли вложили это. Обычно такие телефоны идут для связи. Его большой плюс – это его размер. Это классический нокиевский размер, телефон лежит в руке и удобный. Что здесь есть от Nokia? Батарейка. Батарейка здесь стоит 6C, можно поставить 5C, 4C. То есть уже проблемы с аккумулятором в будущем в принципе нет. Они везде продаются. Две сим-карты и карта памяти стандартного размера. Ничего такого необычного. Сзади еще есть какая-то наклейка внутренняя. Что она обозначает, не знаю. Думаю, что просто так сделано. Итак, как же включить данный телефон? Опа, открылась крышечка. Вы скажете, микрофон находится в крышке. Нет, ничего нет. Очень правильное решение. Есть другие модели, например, S08. Это у нас телефон. Я ссылочку сделаю. Это телефон-спиннер. Есть необычное решение еще одной модельки. Также скину ссылочку, где есть тоже раскладушка. Но при этом нету никаких шлейфов. Это беда подобных телефонов, были шлейфы. Здесь его нет. Это просто крышка, которая защищает телефон от грязи, от всякого мусора. Ну, тут так прикольно открывается. Интересное решение. Вот здесь находится микрофон. Как видим, нанесена русская клавиатура. Здесь включается вспышка. Здесь включение телефона. Есть какое-то меню. Все очень напоминает телефоны Nokia еще второго поколения. Цветной дисплей со стандартной прошивкой. Уже сказал, 1,77 дюйма. Телефон сразу вот у нас не стоит русский. Давайте найдем русский. Phone setting. Language. Spanish. Португальский. Русский. Ну вот, пожалуйста, русский язык. Давайте посмотрим, что у нас есть в меню. Обычно больше всего интересует телефонная книга. Я уже увидел здесь группы контактов. Есть у нас... мы можем ставить мелодию на группу контактов. Менять, в том числе свою, можем что-то включать, выключать, менять список участников. Ну, такого не было раньше. Можем создавать собственную группу контактов. Давайте посмотрим, сколько всего контактов здесь. Ну, показывает, можно 500 номеров разместить. Причем мы можем писать... Ага. Так... Да, разрешает нам 20 символов русских внести для имени. Но я не вижу, чтобы была возможность номер внести один, и второе — группу контактов. Да, вот мы можем только распределять по группам контактов и сдавать мелодию. Больше, к сожалению, ничего нельзя. СМСки. Что такое темплат? А, заготовленные заранее уже ответы. Извините, спасибо. То есть готовые. И наверняка вы можете их даже добавлять. Было такое, кстати, в Nokia это было в свое время. Интересно. Что еще? Список вызовов неинтересно. Мультимедиа камера. Я думаю, что камера вообще тут ни к чему. 1,3 мегапикселя. Говорить о ней даже стыдно.
Так, будильник. Три номера на будильник. Календарь. Интересует задачи. Да, можно задавать задачу на календарь. Тоже интересно и правильно. Есть возможность записи. Запись. А есть ли возможность записи разговора, как в других телефонах? Давайте посмотрим. Настройка телефона, параметры экрана. Так, контраст сделаем. Так, вернемся. Контраст сделаем поменьше. Можно показывать даты, менять обои.